О главных событиях уходящей недели в материалах моих коллег-корреспондентов Янаульского телевидения. Меня зовут Алсу Щепотева, и сегодня мы подводим итоги. Здравствуйте. В Башкортостане стартовал ежегодный республиканский автопробег «Салют Победы» в составе автоколонны ветераны десантных войск и спецназа Башкирии. В этом году он посвящен 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и 90-летию со дня создания воздушно-десантных войск. Автоколонну по традиции встречали у стелы, десантники обменялись традиционными крепкими рукопожатиями и теплыми объятиями и направились к монументу боевой и трудовой славы. Здесь гостей встречали активисты города, юноармейцы, волонтеры. Ветераны возложили венки к памятнику и почтили память участников Великой Отечественной войны минутой молчания. С приветственным словом к участникам автопробега обратился глава администрации района Ильшат Вазигатов. И в год 75-летия Победы данное мероприятие, оно тоже значимо. В череде большого количества мероприятий, посвященных Великой Победе советского народа над фашистской Германией, такие мероприятия вписываются лаконично, красиво. И хочу еще раз выразить слова благодарности нашим десантникам, которые вот свое боевое братство всегда показывают организованностью, всегда на парадах местного уровня ставят свои коробки. Конечно же, они настоятельно и на 2 августа будут требовать и выводить своих ребят, показывать пример мужества. Десантные войска, как всегда уже говорили и говорим, с вашим девизом «Никто кроме нас», вы являетесь элитой российских войск. Желаю здоровья, благополучия и в дальнейшем продолжать такую же активную деятельность, воспитывая молодежь. Он вручил благодарственное письмо организатору автопробега Марату Адигамову. Он, в свою очередь, поблагодарил за теплый прием и добрую дружбу и наградил руководителя местной организации ветеранов ВДВ Наиля Закирова орденом генерал армии Маркелова. Следующей остановкой автопробега станет город Нефтекамск. 29 июня мы выехали из Уфы. Колонны у нас было 6 автомобилей. Сейчас у нас один автомобиль добавился. Было у нас 20 человек, небольшие изменения. В личном составе произошли это объективные причины, людям нужно было на работу выходить. Мы посетили города Белорецк, Сибай, село Акьяр, города Кумертау, Салават, Ишимбай, Стерлитамак. Это то, что мы проехали до вас. Общая протяженность маршрута у нас составляет 2200 километров. В этом году мы одним составом проезжаем по всей территории республики. Если раньше мы делились на 2-3 варианта продвижения, по маршрутам мы делились. Первый, второй, был даже третий маршрут иногда у нас появлялся. Но в этот раз мы решили проехать все отделения нашей организации, ветеранской организации десантников республики. Пока все получается. Завтра мы завершаем в поселке Чишмы. Это 40 километров от Уфы. То есть получается у нас восьмерка, два кольца мы проезжаем. Стараемся объехать ветеранов, вот как сегодня говорили. Вот сейчас очень такой интересный разговор был с главой администрации муниципального района, с Ильшатом Гнамычем, о том, что памятники готовятся, строятся памятники, оказывается помощь ветеранам. Это очень важно. Это вот как раз одна из целей наших поездок, чтобы администрация обратила внимание, чтобы они посмотрели и использовали, скажем, в интересах населенного пункта, муниципального района, ну и помогали, конечно. Для 170 тысяч выпускников и их родителей по всей стране проходят первый ЕГЭ по выбору. Сдают географию, литературу и информатику. Результаты станут известны через 2 недели. Специалисты управления образования района приняли все необходимые меры для проведения экзаменов в соответствии с требованиями Роспотребнадзора. При входе в школу у всех выпускников проверяют температуру. В нашем районе экзамены пройдут на базе гимназии имени Ирика Муксинова. Единый государственный экзамен сдают дети в количестве 79 учащихся, распределены по 9 аудиториям, 2 этажа. В каждой аудитории по 9 учащихся рассажены. В связи с ситуацией в стране соблюдаются в пункте проведения экзамена все санитарные нормы. Каждая аудитория с утра обработана. Ребята при входе измеряют температуру, обрабатывают руки. На перед экзамена выдаются по 2 маски. Организаторам тоже выдаем маски, перчатки. В коридорах соблюдается питьевой режим, поставили кулеры.
В каждой аудитории обрабатываем уроки. Ведется видеонаблюдение полностью в коридорах, в аудиториях. 47-е заседание Совета муниципального района Янаульский район состоялось 3 июля. Собрание прошло с минимальным количеством приглашенных. В зале присутствовали только депутаты и докладчики. Народные избранники рассмотрели ряд вопросов. В частности, депутаты поддержали внесение изменений в схему одномандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов Совета муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан. Внесение изменений обусловлено появлением новых жилых улиц в городе. Они также должны быть внесены в схему избирательных округов. Также в ходе заседания одобрены предлагаемые изменения в бюджет района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов. Депутаты утвердили положение о порядке списания муниципального имущества района. В этот день было также принято решение о проведении публичных слушаний по проекту решения Совета района о внесении изменений и дополнений в устав муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан. Публичные слушания пройдут 27 июля в зале заседания администрации муниципального района. Вел заседание и подвел его итоги председатель Совета района Ильдар Маликов. Во всех уголках России прошло голосование по поправкам в Конституцию. Длилось оно с 25 июня до вечера 1 июля. Для того, чтобы выразить свое отношение к поправкам в основной закон, была неделя. Это было нужно для того, чтобы обеспечить защиту здоровья избирателей. На голосование вынесли 206 изменений в Конституцию. Они касаются всех, и каждый мог найти что-то важное для себя лично. Как прошло голосование в нашем районе, далее в эфире. Основной день голосования по поправкам в Конституции – 1 июля. Время 7:50. Ровно через 10 минут все избирательные участки откроют свои двери. Осталось лишь запечатать урны для голосования. Сначала стационарные, затем переносные. Председатель участка номер 3409 раздает бюллетени и списки избирателей. Наша комиссия 3409 готова к открытию. Открываемся через одну минуту. Всем удачной работы! Мы уже работаем с 25 числа, с 25 июня, как и все остальные участки нашего района. На нашем участке более 1400 голосующих. Из них уже более 1000 человек уже проголосовало, из которых вне помещения проголосовало более 320 человек. Время 8:00. Участок открыт. Как правило, первыми приходят пожилые люди. Не стало исключением и это голосование. Входящим обязательно измеряют температуру, выдают одноразовые маски и перчатки, шариковые ручки, тоже одноразовые. На полу разметка для социального дистанцирования. Да, я стараюсь приходить всегда первым. Ну, не ради подарков, конечно, а то, что мне вот сегодня опять на работу надо, поэтому я и первый пришел. Ну, получается так, что... Всегда прихожу первым. Стараюсь быть первым. Скоро вот мне на пенсию. Я хочу, чтобы социальные пенсии увеличились, а без по старой традиции этого не было просто-напросто. Слаженно шла работа и в школе имени Радика Гореева. Здесь также расположились два участка. Нарушений не выявлено. С 25 июня по 1 июля этого года на участке 3422 принимали участие 10 наблюдателей, которые работали по графику по 2 наблюдателя в день. Голосование прошло спокойно, в рабочем режиме. В этот день в нашем городе были организованы ярмарки. Янаульцы могли купить продукцию местных производителей с хорошей скидкой. Горожанам выдавали специальные купоны. Сегодня день голосования. Сегодня выбираем за или против за изменение Конституции. Приурочены к этому Янауле организовали социальную ярмарку. Она представлена на двух площадках. Это около МКДЦ, торгового центра «Юбилейный» на площади, и около Дворца молодежи. Эти два участка охватывают 9 избирательных участков. Сегодня в избирательных участках будут даваться купоны. При определении этого купона на ярмарке будет предоставляться скидка. С рабочим визитом наш район посетил председатель Госсобрания Курултая Республики Башкортостан Константин Толкачев. Он побывал на двух избирательных площадках. Ну, моя поездка носит рабочий характер. Во-первых, посмотреть, какие изменения происходят в районе, как реализуются национальные проекты. Ну и, естественно, я не мог пройти мимо такого важного
мероприятия, как голосование по поправкам Конституции. По тем участкам, которые мы посетили, где проходит голосование, я могу сказать, что все сделано с большим запасом, ответственно, добросовестно, обеспечена безопасность. И радует, что избиратели поддерживают те поправки, которыми президент страны вышел к нашему народу. После того, как они будут поддержаны, я в этом не сомневаюсь, я думаю, будет наступить качественно новый этап развития нашего государства. И вот эта социальная составляющая, а Конституция России называет нашу страну социальным государством, она приобретет новый формат. Как обычно, в такие дни в территориальной избирательной комиссии работа кипит с утра. Вся информация о ходе голосования с избирательных участков стекается сюда. Данные автоматически уходят в Уфу и Москву. Система ГАЗ-выборы позволяет подводить итоги голосования в режиме реального времени. Подошло к концу. На часах 20:00 участковая комиссия закрыта. Сейчас мы начинаем работу по подсчету, работа со списками и подсчет голосов избирателей. Прошу всех занять свои места и работаем. Погашаем. Левый нижний угол. После того, как неиспользованные бюллетени были погашены, члены комиссии начали работать по спискам избирателей. Только после этого было подсчитано общее количество проголосовавших. На протяжении всей недели бюллетени людей, отдавших свой голос до 1 июля, хранились в специальных сейф-пакетах. Теперь пришло время подсчитать их количество. Затем очередь дошла и до избирательных урн. Только после того, когда все бюллетени будут пересчитаны, комиссия приступит к подсчету голосов «за» и «против». За всеми действиями специалистов внимательно следят наблюдатели. Точное количество голосов будет известно в ближайшее время. Общее количество подтвержденных пациентов с коронавирусом с начала пандемии в Башкортостане превысило 5450 человек. Мы продолжаем следить за ситуацией с COVID-19 в нашем районе. Подробнее о ней нам расскажет врач-эпидемиолог Гульчачак Нурулина. По состоянию на 3 июля в Янаульском районе зарегистрировано 100 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Из них находятся на госпитализации 2 пациента с средней степенью тяжести заболевания, которые получают необходимую медицинскую помощь в инфекционном отделении на Русской ЦРБ. 2 пациента, оба дети до 18 лет, находятся на амбулаторном лечении с легким течением COVID-19. Выписано с выздоровлением на сегодня 89 пациентов. Итого на данный момент в районе 4 пациента получают медицинскую помощь диагнозом COVID. На карантине на 14 дней находится 11 контактных лиц. Продолжается плановый забор мазков у групп риска по COVID. За весь период работы проведено 3558 исследований, в том числе у контактных лиц 2528 человек. Это самый максимальный объем исследований. Дальше мы обследуем пациентов, госпитализированных в пульмоблок с диагнозом пневмоничная пневмония. Это 86 человек. Плановая госпитализация в стационар проводится только при отрицательном результате мазка на COVID. За 7 дней до госпитализации нужно сдать мазок из ротоглотки в амбулаторных условиях в 111 и 123 кабинете поликлиники по направлению лечащего врача. При экстренной госпитализации в приемном покое всем пациентам проводится экспресс-диагностика на COVID. За весь период экспресс-диагностика проведена 544 пациентам. Из них у 58 пациентов был результат положительный. Нехарактерно для летнего периода сейчас идет рост заболеваемости внебольничной пневмонии вирусной этиологии в нашем районе. Сейчас в стационаре получают необходимую медицинскую помощь с диагнозом внебольничная пневмония 19 человек. Поэтому у медицинских работников особая настороженность на все случаи пневмонии. И населению мы рекомендуем настоятельно, что при появлении клинических признаков респираторного заболевания не заниматься самолечением и своевременно обращаться за медицинской помощью
лечебные учреждения района. Также рекомендуем соблюдать меры изоляции пациентам, находящимся на лечении на дому с диагнозом COVID и их контактным лицам, чтобы не допускать дальнейшего заражения окружающих. Обращаю внимание населению, соблюдайте меры профилактики коронавирусной инфекции, носите маски, регулярно обрабатывайте руки с мылом. Не рекомендуем посещать места скопления людей в закрытых помещениях, особенно пожилым людям. Соблюдайте дистанцию как минимум 1,5-2 метра. Всем добра и здоровья! Шоудаун – слово для многих неизвестное, между тем это увлекательная, динамичная и довольно популярная игра. Настольный теннис для незрячих. Она развивает силу, ловкость, координацию движения и логическое мышление. Есть свои любители этой занимательной игры и в нашем районе. Подробности далее в сюжете. 1 июля, несмотря на общероссийский выходной день, в Центральной районной библиотеке было многолюдно. В гости к Владиславу Глухову приехали спортсмены из соседней республики. Один из них – Рифат Хайдаров. Их дружбе не мешает ни солидная разница в возрасте, ни расстояние. Они с легкостью находят общий язык. 13 лет назад Рифат полностью потерял зрение, но не потерял вкус к жизни. Регулярные тренировки помогают и по сей день быть в хорошей физической форме. Весь всю жизнь в спорте был, потом маленько потерял зрение. И решил тоже. Ну, я в России в легкой атлетике, в лыжи. Вот так как у меня уже здоровье, как на легкой атлетике, с молодыми бегать не стало, решил, что да, ну тут мне сейчас 58 лет, активно занимаюсь. Хоть до 100 лет можно, пока здоровье есть, ракетку двигать. Когда встанешь, сначала как будто бы и нет такого, ну что такое, двинул там ракетку, но хочется выиграть, хочется выиграть. Азарт такой, что кто-то сильнее, ну, мяч стукнет. Ты должен задержать его и тоже еще сильнее. Вот так, прием. Тут самое главное слух. Ну, потому что как реакция такая на слух идет. Услышал, когда шарик идет, и все. С прошлого года всерьез увлекся шоу-дауном и Владислав Глухов. Сегодня он не просто спортсмен, а еще и тренер. Влад закончил специальные курсы в городе Кумертау. Еженедельные игры дают свои плоды, признается молодой человек. Вот, ну, трудности, конечно, было привыкнуть к этому еще. Вот. Мы, естественно, к этому всему привыкли. Вот. Ориентация, понять, где конец стола. Вот. Ну, это все со временем пришло. 2 месяца я, конечно, да, всем проигрывал, но потом у меня резкий такой шажок будто случился, и я начал тоже уже показывать какие-то свои успехи. Мои первые это были игры в Ижевске, вот, командные игры. Меня пригласили, вот, я играл за Сарапул. Ну, затем мы поехали в Кумертау на республиканские игры, вот. Там я занял 5-е место, и мы ездили в Златоуст. Вот. Там было, да, много очень интересных игроков сильных. Вот. Также и командные игры были. Вот. Ну, занял я там, конечно, 17-е место, но, как говорится, не последнее. Вот. Для первого раза нормально. Я хочу победить на республиканских соревнованиях, чтобы попасть в тройку, и затем поехать на Россию и... там показать себя, узнать, что из этого получится. Также поездить и по другим городам, вот, другие республики, страны. Вот. Но, надеюсь, я проложу туда дорогу, потихоньку по России начинаю ездить, так и туда, наверное, доберусь. Суть игры «Шоудаун» сродни с обычным настольным теннисом. Необходимо защитить свои ворота и забить максимальное количество голов сопернику. Счет ведется до 11 очков. Затем игроки меняются местами. Обязательные атрибуты «Шоудауна» – непроницаемая маска, кевларовая ракетка и мяч-погремушка. В ходе реализации нашего социально значимого проекта «Включите свет» большую популярность приобретает наш настольный теннис «Шоудаун». Вот недавно в гостях побывали гости из города Нефтекамск, а сегодня, именно выходной, 1 июля, приехали гости из Удмуртии, город Ижевск и город Сарапул. 7 человек, все незрящие, в сопровождении одного слабовидящего. Мы очень рады этой встрече, и вот они сегодня будут соревноваться. В конце мы подведем итоги.
кто победит, и будем даже их награждать призами и дипломами. Такие дружеские встречи спортсмены-любители планируют проводить регулярно. В планах выезжать и на спортивные соревнования различного уровня. Открытым остается лишь вопрос финансирования. Активисты признаются, рады любой поддержке. Активно в этот день отдыхали не только любители шоу-дауна, но и тихих настольных игр. Хотя назвать их тихими можно было не всегда. Участники делились друг с другом эмоциями и хорошим настроением. Дорожно-транспортное происшествие произошло 30 июня на автодороге Янаул-Нефтекамск. Ранним утром разминуться на открытом участке автодороги не смогли две машины, перевозившие продукты. Два автомобиля направлялись в сторону Янаула, но добраться своим ходом не смогли. От удара машина выкинула с дороги, газель, перевозившая хлебобулочную продукцию, в результате столкновения осталась без фургона. К счастью, в этой аварии никто серьезно не пострадал. 30 июня 2020 года, примерно около 8 часов, на 39-м километре автодороги Нефтекамск-Янаул водитель автомобиля марки «Газель Некс», направляясь со стороны города Нефтекамск в сторону города Янаул, совершил столкновение с устоящим автомобилем автомобиля марки «Газель». В результате дорожно-транспортного происшествия автомобили получили механические повреждения. Пострадавших в ДТП нет. Госавтоинспекция города Янаул призывает всех водителей быть предельно внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим. В этом году в Башкортостане прошел второй форум школьного образования «Взлетай». Одной из тем обсуждения стало внедрение единой школьной формы. Уже в новом учебном году в Башкирии будет введена единая форма для учащихся с 1 по 5 классы. В республике определены 4 пилотных района – Абзелиловский, Благоварский, Федоровский и Янаульский. В разработке модели приняли участие специалисты кафедры технологии конструирования одежды Уфимского государственного нефтяного технического университета. В пилотном проекте участвуют три фабрики Башкирии. 26 июня наш район посетили создатели коллекции школьной формы из Ассоциации легкой промышленности республики. Родители школьников смогли оценить готовые образцы формы, подобрать своему ребенку понравившийся комплект. Форма отличается хорошим качеством и современным дизайном. Отличительной чертой станет шеврон с символикой учебного заведения. Вот сейчас, когда немножко наступило послабление, мы все эти 4 дня ездим по пилотным районам, ознакомливаем с качеством единой школьной формы, рекомендуемой школьной формы, чтобы родители имели возможность воочию ознакомиться, посмотреть, пощупать, убедиться в качестве наших изделий, чтобы они сразу имели такую возможность сравнить цена и качество, потому что для каждого родителя это очень важный момент. Цены у нас доступные, я считаю, на это качество. Ткани используются российские и турецкие. По составу идут 45% шерсти, хлопка, вискозы. Это все натуральные ткани. Вот, например, двойка комплект жилет плюс брюки, жилет плюс юбка у нас получается 2200 рублей. Плюс бомбер со стоимостью 1000 рублей. Получается 3200 рублей. Я всегда говорю, уважаемые родители, 3200 рублей. Вы видите наше качество. Поделите на 9 рабочих месяцев. Получается в размере 300 рублей на месяц приходится стоимость рабочей одежды нашего ученика. Сейчас они посмотрели. Следующим этапом они подают дополнительные заявки в наши фабрики. Далее мы уже отшиваем. У нас уже отшивание идет полным ходом. И первая организованная ярмарка продажи единой школьной формы произойдет у нас в вашем городе 17, 18, 19 июля 2020 года. Время и место проведения мы сообщим дополнительно по согласованию. И это, пожалуй, все главные события уходящей недели. Встретимся после выходных. Берегите себя. Оставайтесь с нами. Пятого июля ожидается малооблачная погода, возможен небольшой дождь. Ветер западный 1-3 метра в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха ночью плюс 16, плюс 18, днем плюс 26, плюс 28 градусов. По данным МЧС, в республике ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, днем с грозами. Ветер юго-западный, ночью 1-6 метров в секунду, днем 5-10 метров в секунду.
Температура воздуха ночью плюс 12, плюс 17, днем плюс 24, плюс 29 градусов. База оптовых цен «Находка» говорит «нет» пустым кошелькам и маленьким корзинкам. И говорит «да» вкусным бутербродам. Колбаса «Краковская ГОСТ» 400 граммов 139,99. Масло крестьянское сливочное 59,99. Сыр «Гауда» 389,99. Срок акции до 15 июля. Цены в рублях. Янаульскому телевидению требуется корреспондент. Умение грамотно излагать свои мысли, иметь внятную речь и телегеничную внешность – основные требования к претенденту. Янаульскому телевидению требуется корреспондент в отдел музыкальных поздравлений. Требования – высшее образование, грамотная речь, хорошая дикция, знание татарского и башкирского языков. Справки по телефону 50402.